просто пришло. Так, например, вот один вопрос от Ксюши из Ростова-на-Дону. Она у тебя спрашивает, правда ли, что у тебя на бэк-вокале поет Катя Шемякина из «Фабрики звезд»? Правда, раньше пела, сейчас уже нет, она ушла, чтобы участвовать в этой передаче, в этом конкурсе. Вот. Но мы до сих пор, то есть, поддерживаем контакт. Я очень желаю ей успеха, и чтобы все получилось, что она загадала себе. То есть она так занята, что она уже не может задавать? Нет, ну, то есть у нее другие немножко уже амбиции, как, ну, мечта, там, сольная карьера ее группы. То есть бэк-вокал, видимо, недостаточно. И, в принципе, это понятно. И я считаю, что пока она молодая, и есть возможность, талант, надо пробиваться. Еще один вопрос. На самом деле многие задают, но, в частности, Павел из Москвы. Многие спрашивают, почему ты переехала из лондонской студии в лос-анджелесскую? Нет, я не переехала. На самом деле, да, действительно, летала в Лос-Анджелес, была там 3 недели, записала 3 песни. Просто это зависит, где продюсеры. То есть те продюсеры, с которыми мне надо было работать, они в Лос-Анджелесе, поэтому я полетела туда. Но вообще, я думаю, что основную часть альбома буду записывать в Лондоне. Поехали дальше. Я очень довольна своим путешествием. Вот. Сейчас я в Москве, у меня сейчас несколько концертов, и буквально вот через недельку, наверное, будем снимать новый клип на песню «Первый раз».